Почему на 3 месяца конец? Ну чего? Сборище за золотоискателей. Я не знаю, засранцы. Сколько вам брать туалетной бумаги? Мы решаем, сколько нам брать туалетной бумаги. Пока еще не знаю. На месяц вот это хватит. Ну, если есть поменьше, то в принципе. Нет, ну нам еще будет взять магазин. Все, пускай. Нормально. Такой магазинчик. Еда, много еды. Ну, в общем, у нас также пример. Это некоторые непонятные, очень непонятные продукты. А это наша компания, золотоискатель.